Ёжик, я первый! Привет! Есть новости! Из космоса! Найна, почти месяц. Целый месяц, ни одной строчки. Скучает. Для него время течет по-другому. Он может неделями наблюдать какой-нибудь процесс на Сатурн. Мой Биби такой увлекающийся. Биби. А вдруг с ним что-нибудь случилось? Если бы чего случилось, он бы точно написал. А так чего писать, если все хорошо? Наверное, ты прав. Здравствуй, папа! О, это мой Биби! Со мной все в порядке! Я ж говорил! Обнимаю твой Биби! Да это понятно! Что там еще? Это все. Ну, зато с ним все в порядке. Это ведь главное. Я не могу так больше. Мне надо увидеть, мой мальчик! Может, слетаем к Биби? На ракете? А? Ракета слишком долго и опасна. Мне нужен прибор, чтобы позволять видеть, мой мальчик. А телескоп? Телескоп не подходить! Биби слишком далеко! Мне нужно сделать такой прибор, который передавает изображение на расстояние. И я увидеть, как Биби машет мне рукой. Как он тебе свою фотку из космоса пришлет? Я говорить не про фото! Я говорить про движущееся изображение, как в кино! А такое вообще возможно? Вот. Владимир Казьмич Зворыкин первым собрал действующее устройство, при помощи которого можно передавать и принимать видеоизображение. Это событие произошло в 1931 году. Изобретателю на тот момент исполнилось 42 года. Сегодня потомки этого устройства есть в каждом доме. А слово «телевизор» знают даже маленькие дети. Все равно я не понимаю, как можно изображение куда-то передать. Очень просто. Нужно разбить его на маленькие кусочки, упаковать их и переслать. Это как это? Когда мы смотрим кино, мы на самом деле видим много отдельных картинок, которые очень быстро меняются. Все изображение на экране состоит из таких кадров. При быстрой смене кадров получается единая движущаяся картинка. Поэтому, чтобы переслать изображение куда-нибудь, нужно сначала разбить его на картинки-кадры. Каждую картинку-кадр
тоже придется разбить на кусочки. Изображение состоит из множества маленьких точек. Таких маленьких, что мы их даже не различаем. Если из одного места передать информацию о каждой такой точке в другое место и сложить там эти точки в кадры, то в окончательном итоге мы получим движущееся изображение. Ничего не понятно, но может и сработать. Вот только как это изображение увидеть? Нужно что-то, что могло бы быстро рисовать эти точки. Компрессия! Изображение может рисовать луч. Он будет двигаться по экран. Если луч будет двигаться быстро, у нас будут получаться кадры. Экран телевизора состоит из отдельных точек, как и передаваемое по нему изображение. Эти точки называются пикселями. В соответствии с полученной информацией, телевизор зажигает на экране нужные пиксели, и мы видим определенную картинку. Работает! А чего все черно-белое? Не настроено, что ли? Найн, Герц Варикин собрал черно-белый модель телевизор. Цветов слишком много. Значит, нужно слишком много разноцветных лучей. Это сложно. А я где-то читал, что основных цветов всего три, а все остальные получаются уже из них. Компрессия! Как я мог забыть? Есть! Есть три основных цвета! Это красный, синий и зеленый! Для получения всей цветовой палитры достаточно всего три цвета – красный, зеленый и синий. Если лучи соответствующих цветов проецировать на белый фон с разной степенью яркости, мы получим все остальные цвета. При смешении красного и зеленого мы получим желтый. При соединении зеленого и синего получим цвет морской волны. А при смешении красного и синего – пурпурный. Если же скрестить все три луча, то получим белый цвет. Я смогу увидеть мой мальчик цветным. Господа, пошел цвет! Гуд! Теперь нужно отправлять камеру Биби. Поехали! От Биби придет радиосигнал с видеоизображением. Сигнал попадет на эту антенну и через нее в телевизор. А телевизор переделывает сигнал в картинку. Если заставлять электрон двигаться то в одну, то в другую сторону, от него будут разбегаться волны, как от поплавка на поверхности пруда. Эти волны называются электромагнитными. Свет — это тоже электромагнитные волны. Электромагнитные волны могут распространяться повсюду. Даже в космосе, между планетами и звездами. Регистрируя электромагнитные волны, мы можем увидеть и услышать то, что находится очень далеко от нас. Когда электроны движутся в передающей антенне, возникают волны, которые разбегаются во все стороны. Антенна приемника ловит эти волны, и они заставляют точно так же двигаться электроны приемника. Таким образом, можно передавать на расстояние звук и изображение. Ух ты! У него там тоже снег идет! Это помехи! Сигнал еще не дошел! Ура! Заработало! Смотри, ежик! Ура!
на спин. Биби, мой Биби. Данке шон, Герц Варикин. Данке шон, Владимир Козмич. Привет, Пин! Ну как там наш телевизор? Не сломался? О, гутен так! Я тут немножечко усовершенствовать наше устройство, чтобы лучше видеть. Это ж Биби! Это будущее телевидения! Как на лосяжах именины, испекли мы каравай. Вот такой вышины, Какой чудесный номер, друзья мои. Русский фольклор в космосе. О таком подарке я не мог и мечтать. Лосяж, неужели ты думал, у нас не найдется для тебя действительно хорошего подарка? Помнишь, я хотел узнать, чего такое лосиной, а у твоей энциклопедии страниц была вырвана. Да-да, досадно вышло. Сам не знаю, как такое могло... Лосяж, энциклопедия — это источник знаний. Источник, в котором важен каждый глоток. Короче, мы заказали для тебя новую энциклопедию. Вот! Каждый глоток на месте! 3, 4! С днем рождения! Поздравляем! Давайте уже посмотрим, чего это за лосины такие. Отличная идея! Подождите! Книги лучше читать по порядку. Сначала... Так, буква Л. Лотерея, лосось, лосяж... Лосяж, а ты что тут внутри делаешь? Так ты знаменитость, что ли? И молчал, скромняга. Не может быть, это какая-то ошибка. Нет-нет, никаких течей, это точно ты. Вот тут написано, лосяж, ученый-неудачник, был исключен из комитета изобретателей за крайне глупое открытие. О, тут еще есть, облосяшиться, совершить глупость, сделать нелепую ошибку. Другая форма, лосишнуться, налосяшить... Да. Да, это чистая правда. Простите. Простите, что не сказал вам раньше об этой позорной странице в своей биографии. Это случилось на крупнейшем международном конгрессе в самом начале моей научной карьеры. Я был молод, амбициозен и очень хотел попасть в историю. Уважаемые коллеги, всем известные газы, как нам известно, вступают в химические реакции с другими веществами. Например, кислород, который нас повсюду окружает. Если бы не его способность вступать в химические реакции, мы бы буквально не смогли дышать. Многие газы неприятно пахнут, например, сероводород и аммиак. Другие просто опасны, например, хлор. Коллега, можно ближе к делу? Свойства газов мы все тут прекрасно знаем. Да-да, конечно. Сегодня я хотел бы подарить миру свое открытие. Удивительные газы, которые не вступают вообще ни в какие реакции. Такие газы действительно существуют. Их сложно было обнаружить раньше, так как они не пахнут, не имеют цвета, а их атомы совсем не контактируют с прочими. За эту их способность я решил назвать их благородными газами. Скорее уж ленивыми или более научно инертными. Что ж, тоже неплохое название. Так вот, я открыл ровно 6 благородных или, если угодно, инертных газов. Это гелий, неон, аргон, криптон, ксенон и радон.
Почему же они не вступают ни в какие реакции? Как известно, атомы состоят из ядра и вращающихся электронов. Часто атомы соединяются вместе, образуя молекулу. Скрепить их между собой должен электрон одного из атомов. Для этого у второго атома должно быть для него свободное место. У атомов обычных газов есть свободные места для электронов, поэтому они легко вступают в реакции с другими веществами. А у благородных газов свободных мест нет, а значит и реакции быть не может. Просто как все гениальное. Кроме того, мои благородные газы очень редки в нашей атмосфере. Самый распространенный – аргон. Но и он составляет лишь 1% от всех прочих газов Земли. Скажите, коллега, а какая практическая польза от этих ваших газов? В реакции они не вступают, цвета запаха не имеют. Какой толк от вашего открытия? Ну, я, честно говоря, не думал. Наверняка какая-нибудь польза есть. Надо же, польза! Он не думал. О чем же вы тогда думали? Я хотел сказать, если поискать, применение найдется обязательно. В каком-то смысле мои мечты осуществились. Я действительно оставил свой след в истории и вошел во все энциклопедии. Правда, не совсем так, как рассчитывал. Ты так и не придумал с тех пор, куда применять свой благородный газы? Единственное применение, которое я нашел, надувать шарики гелием. Но он ведь легче воздуха. Мое открытие было признано самым бесполезным за всю историю Академии изобретателей. Это позор. Не вижу ничего позорного. Мало ли кто где раньше налосяшил. В смысле, дело-то молодое. Вот именно. А ты уже лось в годах. Спасибо. Да что в твоем комитете изобретателей понимают в развлечениях? Ага, шарики, это здорово. Лосяш, ты близко к сердцу-то не принимай. Да ежели надо, мы эту энциклопедию разэнциклопедим. Вот так. Вот им всем. Вот. 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 Это худший день рождения в моей жизни. Он может стать и последний. Шарлет очень сильно повреждаться. Мотор не работает. Связь не работает. Мы даже не можем позвать на помощь. Где это нас угораздило припланетиться? Это Марс. Вон висят его спутники Фобос и Деймос. А вон там Земля. Мы бы увидеть ее, если бы у нас был телескоп. Но на Земле-то он есть? Значит, могут увидеть нас! Эй, господа астрономы! На Марсе есть жизнь! Правда, ненадолго. Так что поторопитесь и заберите нас отсюда! Это не поможет. При всем уважении, вы слишком мелкий объект для астрономов. Тогда давайте разожжем большой сигнальный костер. На Марсе очень мало кислорода. Здесь ничего не будет гореть. Значит, нам нужна лампочка. Большая электрическая лампочка. Всего-то. На Марсе как раз недавно открылся завод гигантских электрических лампочек. Правда? Теоретически это может быть газовая лампа. Она проще в изготовлении. Стеклянную трубку можно заполнить обычным газом, например, азотом или углекислым газом, и пропустить через нее ток.
Электроны и ионы, пролетая через газ, будут задевать его атомы и вызывать их свечение. Компрессия! Такой лампочка будет греться гораздо меньше, чем обычный лампочка накаливания. Так чего же мы ждем? Проблема в том, что такая лампа будет очень недолговечной. Газ непременно вступит в реакцию с электродами, образуются новые химические соединения, и лампа выйдет из строя. Значит, нам нужен газ, который не будет вступать ни с чем в химическую реакцию. Это должен быть очень ленивый газ. Или очень вежливый. Где-то я о таких газах слыхал. Буквально давеча. Я тоже что-то такое припоминаю. Их открыл один великий ученый. Да о чем вы вообще? Как же я раньше-то не догадался. Это же мои благородные газы. Феноменально. Каждый газ светится своим цветом. Это есть новое слово в технике освещения. Такой лампа почти не греется и будет работать гораздо дольше обычной лампочка накаливания. Осталось только соорудить лампу побольше и послать сигнал на Землю. Можно что-нибудь написать. Например, СОС. Друзья, у меня есть идея получше. О! Коллеги мои благомудрые, а подойдите-ка сюда. Я наблюдаю на Марсе очень странное явление, необъяснимое. Феноменально. 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 Летят! Ёлки-иголки, летят! Что ж, дружище, теперь твое имя войдет в историю совсем в другом свете. В нашем мире открытие инертных или иначе благородных газов принадлежит двум инертным, а то есть, простите, благороднейшим английским ученым – лорду Релею и сэру Уильяму Рамзаю. За свое открытие в 1904 году они получили Нобелевские премии – лорд по физике, а сэр по химии. Это поучительная история, которую родитель рассказывает свой ребенок. Рассказать тебе сказка? Ну, я не умею рассказывать сказка. Ладно, ладно, только не делай такой интерфейс. Ну что ж, слушай свой сказка. Давным-давно в прекрасной ледяной стране жил-бил... пингвин! А пусть это будет сказка про прекрасную принцессу. Почему принцессу? Неужели непонятно? Это обязательно должна быть история про любовь. И не на севере. Там холодно. Хорошо. Давным-давно... В один царство-государство жил-был прекрасный принцесс. Однажды ее увидит бедный бродячий музыкант. И он сразу же в нее сильно-сильно влюбится. Храбрый музыкант подбежал к принцессе и сыграл ей свою лучшую песню. Принцесса услышала песню и тоже полюбила бродячий музыкант. Они поженятся и жить долго и счастливо.
Вот и сказочка конец. А кто слушал, очень хороший. И все? Сыграл какую-то песенку и получил принцессу? Ну, это была волшебная песня. С такими сказками современная молодежь совсем разленится. А как же преодоление сложности, конфликт? Руку принцессы еще надо заслужить. Ну, хорошо. У принцесс был злой мачеха-колдунья. Не хочу, чтобы все были счастливы. Просто так. А то ишь, разленились. Руку принцессы еще надо заслужить. И что же было дальше? Я не знаю. Башня очень высокая, он не залезет. Им нужно устройство для голосовой связи на расстоянии. Что им нужно? Проще говоря, всем известный телефон. Телефон превращает звуковые волны нашего голоса в электрические импульсы и передает эти импульсы по медному проводу. Электрические импульсы по проводу попадают в другой телефон, и он превращает их обратно в звуковые волны. Так мы можем слышать друг друга на очень большом расстоянии, насколько будет хватать провода. Телефону не страшны даже самые высокие башни. Подождите, откуда телефон? Волшебная сказка. Ну, не знаю, сказочник вы мой, консервативный. Не нравится телефон? Придумайте свой способ. Хорошо, гуд, пусть будет телефон. Бедный бродячий музыкант ничего не придумает. И тогда он решил попросить помощь у своего друга, добрый волшебник. И волшебник сказал: «Друг мой бродячий, я могу вам помочь. Как раз вчера я изобрел одну замечательную штуку и назвал ее телефон». Принцесса услышала песню и полюбил бродячий музыкант. Они поженятся и жить долго и... Погодите, вы ничего не забыли? Ах да, я забыл про злой колдунья. Уверена, она бы не стала спокойно смотреть, как принцесса болтает по телефону со своим музыкантом. Она обязательно еще что-нибудь наколдует. Только не грозу, иначе все пропало. Подумаешь, если этот музыкант испугался какой-то грозы, зачем он принцессе вообще нужен? Я, например, грозы не боюсь. Музыкант, может, и не испугается, а вот телефонная связь, боюсь, этого не вынесет. Вокруг медного провода, по которому обмениваются электрическими импульсами наши телефоны, образуется электромагнитное поле. Это поле достаточно просто фиксировать. Таким образом, кто-нибудь может подслушать наши телефонные переговоры. Но самое неприятное то, что эти поля очень чувствительны к другим электрическим полям, к сигналам радиостанций, молниям. И электродвигателям.
Поэтому разговаривать по телефону в грозу ужасно неудобно. Вот, пусть тогда грозу эта злая мачеха и наколдует. И с чего навыдумывали? Вот вам! А потом, неужели принцесса так и не услышит песню бедного музыканта? Компрессия! По проводам ведь можно передавать не только электричество, но и свет! Свет по проводам? Как это? Очень просто! Если поместить источник света в сосуд с водой и пустить из этого сосуда струю, то свет будет распространяться вдоль вытекающей струи. Это происходит из-за эффекта полного отражения света на границе вода-воздух. Так вот как работают фонтаны с подсветкой? Они такие красивые! Да, этот эффект широко применяется в том числе и в фонтанах. А еще, благодаря ему, можно передавать свет по проводам. Правда, это должны быть не медные провода, а специальные, стеклянные. За способность передавать свет их еще называют световодами. Луч отражается от внешней оболочки и распространяется вдоль световода. Чтобы с помощью света передавать звук, достаточно микрофон соединить с лазером. Такой телефон преобразует звук нашего голоса в световые импульсы и пошлет их по световоду. На другом конце световода установим фотоэлемент, улавливающий световые импульсы. Телефон преобразует их обратно в звук, и собеседник услышит наш голос. Таким образом, можно передавать информацию не электрическими импульсами, а световыми. Такую связь невозможно прослушать, и она нечувствительна к помехам. Кроме того, для производства световодов нужна не медь, которой не так уж и много в природе, а кварц, то есть обычный песок. Ну, в песка-то везде полно, тем более в сказке. Натюрлих! Волшебник дает бедный музыкант новый телефон со световой связь. И теперь бедный музыкант смог сыграть свою песню «Прекрасный принцесс» без всяких помех, несмотря на гроза. Принцесса наконец услышит песню и полюбил бродячий музыкант. И злой колдунья не смогла им помешать. И они жили долго и счастливо. Конечно, теперь они это заслужили. И у них всегда была замечательная телефонная связь. Найн, Биби, сказка — это придуманная история. Такого никогда не было на самом деле. Увы, разве что в какой-нибудь параллельной вселенной. Стеклянные провода для передачи света называются оптическими волокнами или оптоволоконными кабелями. Сегодня ими заменяют медные провода во всем мире. Важность этого изобретения была отмечена Нобелевским комитетом. В 2009 году Чарльз Кау получил Нобелевскую премию по физике за разработку оптоволоконной технологии передачи данных. Дорогуша, у тебя не найдется белых ниток? Не понимаю, как раньше принцы знакомились с принцессами. Ну вот как принц узнавал, что принцесса в поиске? Ну, устраивали балы, смотрины всякие, так и знакомились. Фи, смотрины, как в магазине прям.
зато практично и без неожиданностей. И без романтики. Эту я уже читал. Эту тоже. И эту читал. Ой, драконы, колдуны, ведьмы. Где их взять-то? А без них ни один принц не появится. Но ведь должен же быть способ сообщить миру, что принцесса свободна! И эту читал. Проблема нашего сообщества – информационный вакуум. Йо-йо! Иначе говоря, мы слишком оторваны от окружающего мира. Здрасте, Пин! Я у тебя гвозди доски одолжу? Ну ладно мы, а молодежь? Им же не хватает воздуха в нашей компании. Угу. Им необходим контакт, общение с внешним миром. Народная тропа. А, это ты? А я вот стук копыта слышала, думаю, мало ли кто заглянул на белом коне-то. Что ты там делаешь? Ой, да что ж вам всем объяснять-то надо? Знала бы, табличку повесила. Принцесса в темнице. Ну неужели непонятно? Принца я жду, который освободит меня из многолетнего заточения. Кто? Кто тебя заточил? Ой, разве ж кто сподобится. Современной принцессе приходится устраивать свое счастье своими же руками. А в конце концов, какая разница, кто заточил? Главное, принцессе нужна помощь. А значит, и принц скоро появится. Ты чего хотел-то, кстати? Да вот, хотел прочесть кое-что из нового. Может, спустишься на пару минут? Не, не могу. Вот так отлучусь на секундочку. А вдруг принц? А если не появится? Настоящий принц свою принцессу обязательно найдет. Может, ты хочешь послушать кое-что из нового? Не, времени нет. Вот если б ты предложил сыграть. А толку? Ты все равно все время выигрываешь. Это точно. Одно и то же. Скукота! Опять я выиграл. А ведь молодежь жаждет общения с себе подобными. Так может, уже пора что-то делать? Кстати, у тебя нет белых ниток? В мире очень много всего интересного. И много тех, кто хочет общаться и обмениваться информацией. Нужно только придумать, как это сделать. Легко сказать. Для того, чтобы обмениваться информацией, нужно как минимум... Электронно-вычислительная машина или компьютер – устройство, предназначенное для обработки, хранения и передачи информации. В настоящее время компьютеры способны анализировать самые разные виды информации – видео, аудио и другие. Наибольшее количество данных об окружающем мире мы получаем через слух и зрение, так что этого вполне достаточно.
На осязание, обоняние и вкус приходится лишь чуть-чуть информации. Скажите, друг мой эрудированный, а как вы думаете, много ли сейчас в мире компьютеров? Думаю, предостаточно. Учитывая мировой прогресс, очень скоро их будет иметь в каждой семье. А если, просто предположим, объединить все эти компьютеры друг с другом? Мировой сеть компьютеров. О, мне это нравится. Погодите, ничего не понимаю. Причем здесь компьютеры и общение? А вот и при том, нецивилизованная вы наша. Компьютеры — это универсальные приборы для хранения и обработки любой информации. Тексты, изображения, видео, игры, все что угодно. Поэтому, чтобы, например, увидеть фотографию камерунского туземца, нужно просто объединить наши компьютеры. Феноменально! Самый простой способ соединить две машины — провести между ними провод. По этот провод компьютеры и будут обмениваться информацией, как телефон. Боюсь, нам придется тянуть слишком длинный провод, чтобы достать до остального мира. Да, был бы у нас телефон, мы могли бы использовать его. Компрессия! Мы можем попользовать спутниковой связь! При помощи радиоволн можно передавать информацию от одного компьютера к другому. Но на больших расстояниях из-за затухания радиоволн и кривизны поверхности нашей планеты приходится использовать промежуточные устройства, улавливающие сигнал, усиливающие его и передающие дальше по назначению. Такие устройства называются ретрансляторы. Чем дальше расположены передатчик и приемник, тем больше требуется ретрансляторов. Но если мы расположим ретранслятор на спутнике, вынесенном на очень большую высоту, больше сотни километров, то зоной покрытия будет почти половина земного шара. И сигнал можно послать в любую точку при помощи всего одного ретранслятора. Такой вид связи называется спутниковым. И у каждого компьютера должен быть свой личный номер, по которому его можно определить в сети. Точно, как у телефонов. Ой, мне бы их проблемы. Для удобства общения между компьютерами каждому из них присваивается свой номер. Это интернет-протокол-адрес, или сокращенно IP-адрес, зашифрованный в виде 12-значного кода. Единый стандарт IP-адресов позволяет беспрепятственно связываться между собой компьютером со всего мира. Вы представляете? Теперь нам доступна информация с любой точки земного шара. Мы можем путешествовать, не отходя от компьютера, посещать музеи, ходить на выставки, смотреть кино и мультфильмы. А белые нитки тут есть? Конечно! Через компьютерную сеть можно заказать все, что угодно. Компьютерная сеть — это доступ к любым книгам. Это компьютерные игры между игроками со всего света. Это возможность поделиться своим творчеством. Не завидую я этим принцам, честное слово. Балы гораздо практичнее. Эй, не заходил еще принц-то? Не-а. Но с другой стороны, если он задержится подольше, я смогу отрастить волосы, и он залезет ко мне по моим косам. Хотя это больно, наверное. И что же он тут обнаружит? Как это что?
прекрасную принцессу? С чего это ей быть прекрасной? Сидит долгие годы в башне, на улицу не выходит, ни тебе игр на свежем воздухе, ни солнца. Посмотри на себя, осунулась вся, бледная. Сбежит твой принц, как только такую красоту увидит. Ты давай приводи себя в порядок и спускайся. Есть, знаешь ли, более реальные варианты для поиска принцев. Мой статус. Жду своего принца. Не правда ли? Сегодня чудесный вечер, мадмуазель. Землянин, народ Плутона благодарит тебя и удостаивает звание Героя Плутона. На восходе солнца флот маленькой, но гордой планеты Плутон уничтожит враждебную планету Земля. Нет, умоляю вас, из-за кучки самодовольных астрономов не должна страдать вся планета. Народ Плутона ценит мнение своих героев. Мы будем думать. Народ Плутона приветствует своего героя. Здрасте. Мы решили, как поступить с твоей планетой. Чтобы доказать свое право на существование, земляне должны пройти испытание интеллекта. Это задание. Мы ждем правильный ответ через неделю. Но... Удачи. Нам отвели всего неделю. Надеюсь, что общими усилиями мы сможем пройти это испытание и спасти нашу планету. А чего там написано-то? Честно говоря, я еще не разобрал. Слишком мелко. Нет, так мы ничего не увидим. Может, микроскопом его? Феноменально! Мощности оптического микроскопа не хватает. Видимо, символы слишком малы. В оптическом микроскопе два основных элемента – объектив и окуляр. Их линзы собирают видимый свет, прошедший через или отраженный от объекта, и создают его изображение. Благодаря микроскопу мы можем рассмотреть то, что недоступно невооруженному глазу, но и его возможности не безграничны. Предел увеличения оптического микроскопа в 2000 раз. Я не могу разглядеть, что же тут написано. Отличная шутка, дружище. Я даже чуть было не поверил. Подождите, вы что же, не верите? В инопланетян? Ну, не то чтобы совсем, нет. Дайте мне поспать еще немного, и я поверю во все, что угодно. А давайте лучше не доказывать свой этот, как его там, интеллект, вот. А лучше покажем этим плутонянам нашу силу. Плутонцам? Во-во, и этим тоже. Глупая игра. Но это не игра! Это вопрос будущего нашей планеты! Причем самого ближайшего! Коллега, ну признайте же, что розыгрыш не удался! Mm.
возможностей микроскопа недостаточно. Символы слишком мелкие. Давайте не будем ходить вокруг да около. Давайте мыслить продуктивно. Да, давайте. Так почему вы говорите, возможностей микроскопа недостаточно? Свет – это распространяющиеся электромагнитные волны. У видимого света минимальное расстояние между волнами, или по-другому длина волны, 380 нанометров. Мы видим отраженный от объекта свет, но для того, чтобы свет отразился, величина объекта должна быть больше длины волны. Если объект слишком маленький, то волны просто пройдут сквозь него, и мы его не увидим. А почему бы не взять излучение с меньшей длиной волны? Но ведь мы его все равно не увидим. Возможности глаза. Значит, нужно спроецировать это излучение на экран, на котором можно будет его увидеть. Феноменально, друг мой симпатичный. Друзья мои, с гордостью представляю вашему вниманию последнее достижение гения землян. Электронный микроскоп. В отличие от оптического, электронный микроскоп использует не видимый свет, а пучок электронов. Раскаленный вольфрам испускает пучок электронов. Как и лучи света в оптическом микроскопе, лучи электронов фокусируются специальными электромагнитными линзами. Электроны пролетают через образец и создают его увеличенное изображение на экране. Правда, черно-белое, но это не так уж и важно для науки. Благодаря тому, что в электронном микроскопе используется пучок электронов, а не обычный свет, он позволяет увидеть объекты в 1000 раз меньше тех, что можно рассмотреть оптическим микроскопом. Теперь, наконец, мы сможем прочитать, что же написано в этом задании. Все равно ничего не разобрать. Изображение еще меньше, чем я думал. Оно буквально составлено из наночастиц. На Земле просто нет таких технологий. Это невозможно. Лосяш, дружище, ну нельзя себя так мучить. Когда ты спал последний раз? Я даже не могу прочитать это несчастное задание. Осталось 3 дня. Земля обречена. Я бездарность. Ты не бездарность. Ты создал такой замечательный прибор и оказал тем самым неоценимую услугу планете. Может, тебе не стоит уже ее спасать? Пусть этим займутся другие. Давай, выпей-ка. Тебе нужно успокоиться. Верное средство. Моя тетя тоже думала, что ее похищали инопланетяне. Поспит денек и все страхи как рукой. Вы не успели. Я ослеп! Я знаю, что нужно сделать! Если нам не хватает зоркости, чтобы что-то увидеть, мы ведь всегда можем это пощупать. В этом случае наши возможности ограничены размером копыт.
То есть, чем меньше будут наши копыта, тем более мелкие детали мы сможем ими пощупать. Возможности электронного микроскопа поражают. Но есть вещи, которые не может разглядеть даже он. Например, он, увы, иногда бесполезен при работе с нанообъектами. Но если мы не можем что-то разглядеть, то можно попробовать это на ощупь. Правда, чтобы пощупать отдельные наночастицы, понадобится иголка, на острие которой будет один или несколько атомов. Такую иголку можно изготовить из кремния. Если перемещать ее вдоль поверхности, она будет реагировать на наночастицы. Колебания иголки считывает лазер. В результате можно построить объемный рельеф поверхности изучаемого образца. И мы, наконец, сможем увидеть наночастицы! Итак, земляне, ваш ответ. 4. Вы уверены в своем ответе? Более чем. И это правильный ответ. Ну что, больше никаких инопланетян? Абсолютно. Я об этом позаботился. Ну, шутник. Ну, дает, а? Километров, поверните направо. Не вопрос. Через 300 километров, поверните направо. Да хорошо, хорошо, я из первого раза все понял. Вам мат, друг мой поспешный. Через 100 километров, да елки-иголки, заело тебя что ли? Сколько можно повторять-то? Вы пропустили поворот. Следующий поворот через 300 километров. Глупая, бесполезная железка! Зря вы так, друг мой, эмоциональный. Спутниковая навигация — очень полезное и умное изобретение. Чего в ней полезного? Только под руку бухтит. До ее появления ориентироваться приходилось прямо-таки дедовскими методами. Однажды... Ничего не понимаю. Он должен был уже прилететь. Неужели что-то случилось? Майн год! База! База! Я Кондор! База! Я Кондор! База слушает! Прием! База, прием! Я Кондор! Испытание умнолет проходить нормально! Ну, наконец-то! Я сейчас лететь на пустыня! Здесь немножко пыльно! И компас испортится! Я не совсем знать, где я находиться! Кондор, как вас понимать, вы заблудились? Да, немножко заблудился!
Боюсь, друг мой заботливый, ваших усилий может не хватить. Пустыня слишком большая, а мы даже примерно не знаем, где может находиться наш пин. Все равно, что искать песчинку. Ну, конечно же, друг мой находчивый, метод инверсии. Нужно решить проблему наоборот. Метод инверсии или обратная аналогия означает выполнить что-нибудь наоборот. Иначе говоря, перевернуть вверх ногами. Иными словами, гораздо проще не нам искать пина, а пину найти нас. Или, совсем уж проще говоря, пину нужно самому определиться с правильным направлением, чтобы выбраться из пустыни. Да уж, в пустыне без компаса это сделать непросто. Но ведь раньше путешественники как-то умудрялись находить нужную дорогу. Направление на стороны горизонта взаимосвязаны между собой. И если известно хотя бы одно из них, можно определить остальные. Если вдруг вы утратили ориентацию на местности, роль компаса может сыграть солнце. В северном полушарии утром солнце встает на востоке, в полдень оно точно на юге, а вечером садится на западе. О, компре! Сия! Хм, вот незадача. Однако ночью в нашем распоряжении всегда есть... Одну минуточку. Есть... О, есть полярная звезда. О, дамке. Полярная звезда находится на севере. Ее можно найти по созвездию Малой Медведицы. Она находится на самом конце ее хвостика. Ну а если небо вдруг заволокло тучами и не разглядеть ни солнца, ни звезд, определить направление можно и по окружающим предметам. Например, мох или лишайник покрывает камни, пни и стволы деревьев с северной стороны. Кора деревьев с северной стороны обычно грубее и темнее, чем с южной. Муравейники обычно находятся к югу от ближайших деревьев. При этом южная сторона муравейника более пологая, чем северная. Кондор, Кондор, это база! У меня для вас хорошие новости! Если нет компаса, всегда можно сориентироваться по звездам или муравейникам! Я объясню, как! Нихт звезды, нихт муравейники, нихт ничего! Никакой ориентир, только песок! Так, но должен же быть способ выбраться! Какой-нибудь старый, проверенный способ. Биби, хватит с нас дедовских методов. Определить свои координаты можно при помощи космических спутников. Спутниковая навигация определяет положение объекта с точностью до 10 метров. В отдельных случаях точность может доходить и до 3 метров. При этом определить можно не только широту и долготу, но и высоту над уровнем моря. Спутниковая навигация включает 3 сегмента. Космический, группа из 24 спутников и нескольких запасных. Контрольный, система слежения за спутниками, которая определяет их точное положение относительно Земли. И пользовательский, приемник, измеряющий расстояние до спутников. 24 рабочих спутника находятся на высоте около 20 тысяч километров и разбиты на 6 групп по 4 спутника. Группа из 4 спутников вращается по одной орбите, деляя ее на равные части и совершая один оборот вокруг Земли за 12 часов. Такая система движения спутников приводит к тому, что из каждой точки планеты всегда видны по крайней мере 4 спутника. Чтобы определить свое положение, приемник пользователя должен определить расстояние до 3 видимых спутников. Пусть расстояние до одного из спутников составляет x километров. Тогда приемник должен находиться на воображаемой зеленой сфере с центром в точке нахождения спутника и радиусом x. Если приемник измерит расстояние до 2 спутника и построит соответствующую сферу, то положение приемника будет в одной из точек, где эти две сферы пересекаются.
Две сферы пересекаются по окружности. Для наглядности обозначим ее красным цветом. Вычислив расстояние до третьего спутника, приемник строит третью сферу и определяет две точки ее пересечения с красной окружностью. Видно, что одна из точек в данном случае находится за пределами Земли, и ее можно не учитывать. А значит, можно точно определить, где находится приемник. Как вы думаете, друг мой механический, у вашего родителя найдется несколько лишних космических спутников? Один, два и три. Как раз столько, сколько нужно, чтобы Пин смог определить свои координаты. На спутниках устанавливают специальные атомные часы. Они работают с точностью 1 секунда в 20 миллионов лет. Каждый спутник генерирует свою уникальную последовательность импульсов. Приемник пользователя принимает эту последовательность импульсов с задержкой, равной времени, необходимому для преодоления сигналом расстояния, разделяющего спутник и приемник. Один! Таким образом, чтобы определить свое положение, приемник должен измерить три временные задержки распространения сигнала от трех спутников. Интересная штука! Космический компас! Вы пропустили поворот. Следующий поворот через 300 тысяч километров. Глупая, бесполезная железка!